Всем привет, дорогие друзья, наши подписчики и все гости канала. Сегодня мы будем делать скумбрию пряного посола. Я взяла вот такие две толстеньких скумбрии свежих. Сейчас мы будем удалять все плавнички, промывать хорошенько ее. Ну а дальше покажу, что будем делать. Ну вот, нашу скумбрию мы помыли, почистили, хорошенько все промыли. Отрезали все плавнички, голову. У нас получилось две вот таких тушки. Ну, примерно весом где-то килограмм у нас рыбы будет. Сейчас мы ее порежем на порционные куски. Кстати, лучше брать скумбрию маленькую, чтобы она была подмороженная. Так ее проще резать. Вот такими кусками будем резать приблизительно. Так мы порежем сейчас всю скумбрию, потом будем готовить маринад. А сейчас будем делать маринад для нашей рыбки. Возьмем баночку 700-граммовую. Нам понадобится сахар, 1 столовая ложка без горки. Соль, 1 столовая ложка с горкой. Лавровый лист. И черный перец горошком, можно душистый взять. Так, штучек 10-15. Кипяток возьму грамм 100-120, чтобы быстрее, чтобы маринад наш не ждать, пока остынет, быстрее растворилась соль с сахаром. Вообще делается маринад на 600 грамм воды получается в общем. Добавляем сюда еще пол-литра кипяченой воды, уже остывшая вода. Размешиваем все это хорошенько. Чтобы до конца размешался сахар и соль. Теперь мы берем, я беру вот такой контейнер, куда я буду укладывать рыбку. И складываю сюда нашу рыбку, которую мы порезали. Плотненько ее прижимаем. Кусочек. Так вот хорошенько ее прижали. Рыбку хорошо уложили. Теперь берем наш маринад. Сейчас еще раз помешаю. И заливаем нашу рыбку. Так как рыбка у нас была маленько подморожена, мы оставим ее при комнатной температуре на 2 часа постоять, а потом уберем на 12-15 часов, можно даже сутки оставить, прохладное место. Ну что, дорогие друзья, у нас прошло где-то 15-16 часов, рыбка простояла в холодильнике, мы ее достали. Сейчас мы ее будем доставать, посмотрим, какая у нас получилась рыбка. Вчера я сверху положила еще блюдечко, чтобы она у меня вся была в рассоле. Если она у вас не всплывает, можно не ложить.
такая вот рыбка у нас получилась красивая. Малосоленая, очень вкусная. Сейчас мы ее достанем, разрежем пополам, достанем среднюю косточку и порежем. Ну вот мы порезали нашу рыбку, освободили ее от косточек. Вот так красиво нарезали. Оставшаяся рыба, которая у нас осталась в рассоле, может храниться несколько дней. Ничего ей не будет, она не пересолится. Можете не беспокоиться, она останется такой же малосоленой. Сейчас мы порежем лучок полукольцами. Разъединим его и украсим нашу рыбку. Рыбка получается изумительной. Всем советую попробовать. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И зальем все это маслицем. Все, наша рыбка готова. Всем приятного аппетита!